Да я ведь уже, знаешь, чего? Это самое. Ой, потащили Алинку в скорую, как мешок с говном. Это... Здравствуйте, мои дорогие. Вот такая у нас погода нынче. Пережили мы вчера стрессов с Алинкой. Тащили ее и по плитке вот тут вот на. В общем, скорая приехала. Ой, надо было везти ее, выкачивать жидкость из легких. Он приехал один. Вот это берите, тащите. А я же маленького роста. Алинка, ну, он за один край этой переноски, я за другой. А рост-то у меня 1.5 метра. Она у нас по плитке тащится попой. Господи, я уже побежала к этому водителю. Ох. Приехали туда. Там все это долго, муторно, на холоде. Она в эту одеялку завернутая, замерзла. Потом вот это все выкачивали. То у них что-то не работает. Ну, это просто вот. Я перед отъездом выпила 3 таблетки успокаивающих. А то бы я их там, наверное, разнесла. У меня было желание взять и чем-нибудь прям... Потом выкачали, ждали машину больше часа. Она в этом коридорчике на каталке, на узенькой. Она же не может лежать долго в одном положении. Ее надо переворачивать все время. Ой, в общем. А теперь из этой дырочки проколотой течет жидкость. И вот у меня, видите, что творится. Все. Клеенка-то постелена. Но подушки, все, одеяло постоянно меняю. Ой. А решетка, это не просто решетка. Это Витя, друг мой золотой, дай бог ему здоровья. Он вчера мне разобрал Алинкину кровать, большую эту, двуспальную. Вот вынес, надо все это убрать, разобрать. А времени-то нету. Совсем. Я постоянно ее переворачиваю туда-сюда. И весь день, и всю ночь. И... Вот. Но плюс какой? Ей стало легче дышать, стало легче разговаривать. Ну, я просто как подумаю, это что, теперь каждые 2 недели выкачивать? Кошмар, конечно. В дом не зайти, кругом все сушится. Так. Вот ни одно дело-то еще сломался у нас. А? Да это я. Я же все снимаю. Ну вот. Это. Сломался водонагреватель. Вот второй день. Вот Сергей с ним тут. Он же второй день. Ну, вчера, сегодня. Это самое. А он живет своей жизнью. Хочет включается, хочет выключается. Ну, я надеюсь, что так. Помыться хоть получится. Да вообще без горячей воды-то как. Хорошо у нас хоть из крана вот не течет ледяная вода. Посуду-то мыть. Так, кажется, нам его. Да. А вот эти 2 товарища были выгнаны за безобразное поведение из дома. И сидят теперь в коробке на столе. Посиди спокойно. Да что ж такое? Да,
что творим, это ужас какой-то. Ну, на улице тепло сейчас. Так, перевоспитываемся. Такая нахалка. Господи, что она творит? Что заурчало? Перевоспитывайтесь. Вон, Филька лежит себе. Вот и снег идет с дождем. Ой, когда же я эти мешки вынесу? Или правда сыпать их куда-нибудь в кучу, да землей прикопать? Ой, зима. Я еще и кухню не закрывала. Ну ладно, хоть водонагреватель делают. И яму сегодня выгребную выкачали. Прям два великих дела. А то как-то все у меня, все дела обстали прям. Видите, снег идет, а розочки цветут. Ну вот, дождались и мы зимы. Правда, вот так. Тут все тает. Противно, мокро. Зима.